Так, вот вчерашний мотыль. Сейчас будем насаживать и ловить. Вот в этом водоеме. Good morning, dear friends, subscribers and guests of my channel. Today I will show you how catch fish. Насаживаю на маленькую мормышку по 2-3 мотылька. Вот тут может быть ближе к камышу. Вот он. Тихо. Вот это еще более ничего. Покажу, как устроен мой кивок. Значит, вот таким кивком я пользуюсь уже более 20 лет на зимних удочках, ну типа коромысла. Здесь стоит леска 0,25. Это я еще ловил сазана в прошлом году, карпа, так и ничего не убирал. А вот здесь поводок привязан 0,10, более тонкая леска. Я думаю, карася на 300 грамм выдержит. 500 грамм тут попадается караси. Птички поют. Это самая лучшая музыка, которая есть в природе. Тоже неплохой карась. Но это грамм. Ух ты, сошел. Вот он. Тихо, иди сюда. Ну вот, птичка невеличка. Иди сюда. Вот мой улов. Пока в садок не положил, он плескаться будет, распугивать. Периодически подбрасываю небольшой корм небольшими порциями червей. Сухое пшено. Ох, руки, правда, грязные. Как повел. Да он вроде небольшой, гран на 200 я повел. Вот он. Да что цепляет. Ну это маленький. Да что-то. Вот полосатый разбойничек попался на мотыля. Эх, какой малыш. Сюда зашло огромное количество рыбы. Ух ты, не ожидал. Он сидит без поклевки даже. А это самец, по-моему, что-то какой-то. Ух! Кивок так подняло хорошо, красиво. Но пока леска не подводит меня. 0,10. Конечно, на нее поклевки чаще, чем на, допустим, 0,15, 0,2, 0,2.
Да, здесь неудобно ловить, но зато солнце в глаза не светит. Зарылся. Тихо. Цепляется за камыш. Тихо, как пошел. Тяжелый лобас. Что, мормушка оторвала, что? Точно оторвал. Ух, упертый. Это, наверное, прилично. Тихо, иди сюда. Да, тоже такой тарантулиста. Дай-ка не порви леску. Леска тонкая, ты чего? Вот она. Тихо, не шуми. Клев как-то прекращается на какое-то время, потом опять возобновляется. Этот похож на самца. Да, это что-то еще попалось. Сюда. Тихо, не барахтайся. Сорочье гнездо тут. Сорока улетела. А это утренний улов. Десятка два с небольшим.